Деньги получил, а работников не трудоустроил. В Сургутском районе завели уголовное дело по факту мошенничества. Его фигурантом стал 35-летний директор предприятия по уборке и заготовке недревесных лесных ресурсов. В 2014 году мужчина заключил договор с Центром занятости населения о совместной деятельности по организации временного трудоустройства 15 граждан. В качестве компенсации расходов по оплате труда госучреждение перечислило владельцу фирмы более 200 тысяч рублей. Однако он новых сотрудников на работу принимать не стал. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.